Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сейчас я покажу вам, как проверить скорость интернета на компьютере. Для этого заходим в Яндекс Интернет, ссылка на данную страницу будет указана в описании, и нажимаем «Измерить». Сначала проверяется входящее соединение, потом проверяется исходящее. И вот у меня получилось входящее 68 мегабайт в секунду, исходящее 76 мегабайт в секунду. Вот, собственно, и все.